Вольному экономическому обществу России 250 лет. Юбилейный съезд прошел в колонном зале Дома Союзов. Во встрече приняли участие более 1000 человек, ведущие ученые-эксперты, политики, представители различных экономических школ. Вольное экономическое общество, старейшая общественная организация Европы и мира, была основана указом императрицы Екатерины Великой в 1765 году. На протяжении 2,5 веков общество остается авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов экономической теории, практики и объективной оценки российских преобразований. Мы сейчас стоим перед глобальной задачей. Необходимо, мы чувствуем это все, некоторая смена вех, если можно так сказать, в связи с турбулентностью мировой, в связи с тем, что весь мир подошел к определенному новому этапу своего развития. И вот эта вот мировая ломка, так сказать, которую мы наблюдаем везде, в политике, в экономике, в геоэкономике, в геополитике и так далее, да, значит, она также требует изменений в России, институциональных изменений, изменений в подходах, так сказать, в том числе экономических подходах, подходах к развитию страны. И вот здесь споры, здесь исследования проблем, это предмет работы вольного экономического общества.